Привет, дорогой! Сейчас ты узнаешь, как рождаются киты, как рыбачить на тонком льду, как съесть тандырную самсу и не обляпаться, и увидишь Бориса Левина без усов. Все это на других каналах, а на нашем смотри шоу «Well Done». Привет, меня зовут Вильдан Милушев. Это программа «Well Done». Именно у нас гости проходят испытания с улыбкой на лице, по которой читается фраза «Будет сделано». Мы начинаем! Итак, вот эти веселые ребята — это слева команда представляет стендап. Итак, это Никита. Всем привет, меня зовут Никита Андрияш. Я представляю команду стендаперов. Стендап сегодня победит, потому что мы новое движение юмора. Да и к тому же, если КВНчики проиграют или выиграют, они все равно не поймут, потому что им не будут поднимать таблички с баллами. Сейдали. Всем привет, меня зовут Сейдали Бибулаев, я представляю движение стендап. Нам сегодня будут противостоять армянин, крымский татарин и русский. Получается какой-то анекдот. Мы сегодня обязательно их победим. И Владимир Бухко. Друзья, всем привет. Меня зовут Владимир Афанасьев, и я представляю стендап. Сегодня мы обыграем КВНчиков, потому что мы просто лучше и смешнее. Так сказали родители. Родители этих КВНчиков. Конфронтация, эта сторона представляет КВН. Барсек. Меня зовут Барсек Барсиген Самвелович, отчество на всякий случай. Короче, я представляю команду КВН сегодня, а это значит, что мы победим, потому что мы играем против стендаперов. Я не говорю, что все стендаперы это неудавшиеся КВНчики, но все неудавшиеся КВНчики стендаперы. Поэтому поехали, посмотрим, кто здесь папочка. Бум! Мустафа! Всем привет, меня зовут Мустафа Саганжиев. Я являюсь многократным чемпионом Крыма по КВН, и все об этом помнят. Не, не помните? А ну и что, все равно мы сегодня выиграем. И Сергей. Всем привет, меня зовут Сергей Кочнев, я КВНчик, правда сейчас КВНчик в запасе, но это мне не помешает сегодня выиграть стендаперов. Стендаперов нереально жалко, у них постоянно проблемы, их бросает девушка, ломается машина, они не смешные, а сегодня еще добавится одна проблема, они всегда проигрывают. И не забываем, конечно же, про нашего диджея, это Денис Япаров. Денис, это аплодисменты тебе! И я, да, да. Не хлопай, не хлопай, потом. Спасибо. Минус 3 балла этой команде сразу же. Итак, для того, чтобы начать конфронтацию, нам нужно назвать ваши команды. Мне нужно по одному человеку от каждой команды. Идемте ко мне, это будет face-to-face. Быстро. Да нет. Быстро, быстро, быстро. Есть? Давай. Итак, face-to-face. У меня штаны порваны. Не-не-не, становись сюда, становись сюда. На ЦУ и ФА решим, кто победит. Тот выбирает название и своей команде, и команде соперника. Я всегда проигрываю по твоей фейфа. Су-е-фа. Как называется ваша команда? А мы... Большие микрофоны. Большие микрофоны, аплодисменты. Команда на палке. Петлички. Петлички. Вот это называется петличка, если что. Большие микрофоны и петлички. Окей, хорошо, петлички. Итак, ребят, первый конкурс называется «Поисковик». Каждый из нас когда-либо что-нибудь искал бредовое в интернете, но в этот раз я вбил в интернет поисковую систему что-то очень интересное. Вам нужно узнать, что же это такое. Первый запрос я вбил для стендаперов, вбил в популярном поисковике слово «сочетание стендап-комик». Что мне выбил по популярным запросам? Поисковик, как думаете? Командный ответ от команды один. Да, да, наверное. У нас не было, наверное. Да. Я думаю, да. Итак, ваш ответ? Нет, белый. Стендап-комик. Руслан Белый. Руслан Белый, Руслан Белый. Кстати, его нет почему-то. Нет, давай вы. Давай думать, давай думать. Не, Руслан Белый. Итак, 3, 2, 1. Стендап-комик. Стендап-комик? Разорвал. Смешной. Нет! Пока что нет. Давай еще раз. Давай, давай. Там давай, кроме Руслана Белого есть еще. Джон Роган. Давай. Эдди Мерфи. Кто? Да, нет, это неверно. Давай. Я знаю, кто это, но он очень старый. Он очень старый и его... Скажи тут первого, который ты сказал. Ладно, Джо Роган. Джо Роган. Нет! Ну давай, ну хоть кто-нибудь скажет, нет? Нурлан Сабуров. Да! Плюс 5 баллов!
Итак, ребят, вам даю словосочетание «КВН-юморист». Что выдает поисковик? Галустян. Галустян. Нет! Здесь давай. Что? Юморист. КВН-юморист. Я просто думал, что он юморист. Смешной. Нет! Да почему все не смешно, а не стендап? Нет здесь Маслякова! А что с ним? Что он в Москве? Возможно, это Светлаков. И Светлакова нет! Мусагалиев. Быстрее говори. Нет! Рема, может быть. Что за поисковик, а? Возможно, это Мартиросян. Близко, но нет. А близко, значит, армянин. Да. Давай. Армянин! КВН юморист. Армянин! Это было Армянин! Плюс 5 баллов этой команде. Денис, какой у нас счет по итогу конкурса? КВН 5, стендап 2. А, неплохо. Есть. Итак, следующий конкурс, ребят, называется «На языке верчу». Мы перевели текст русской песни на белорусский язык, практически вам знакомый, я надеюсь. Вам нужно будет по тексту угадать, что же это за песня. Единственное правило, вы должны поднять руку и крикнуть название своей команды, то есть петлички и большие микрофоны. Большие. Не, большие микрофоны, вы сами назвали так. Ты бы, если словосочетание, то ты бы говорил бы это полностью. Итак, давайте от вашей команды кто-нибудь, кто знает белорусский. Белорус — это Сидорий Бибулаев. Отлично, он самый белорус. Аплодисменты. Итак, вслух читай. Заплющи очи, усы поступово, и тебя тут никто не заметит. Большие микрофоны! Так. Между нами тает лед. Да, грибы. Грибы, да, аплодисменты есть. Я же напел, да. Сидали, спасибо. Я даже напел. Давайте от вас кто-нибудь. Давайте. У него девушка белорусская, да, вот. Есть немножечко, итак. У него Серега читает вслух, все слушают, погнали. Это святочный бит, сука, панц, арбит. Петлички! Петлички, ты сказал, да, давай. Это праздничный бит, арбит. Это кто? Это Иван Дорн! Да! Плюс 5 баллов за правильный ответ. От вас еще один. Другой или тот же? Кто угодно. Если ты белорус, тогда давай уходи. За каждый правильный ответ 5 баллов. Ребята, и поехали. Сейчас, я просто должен прочитать сначала про себя. Не-не-не, давай сразу. Давай! Для тебя не засталось от слоу и думок добрых нема. А я новая. Ночка. Давай. А я иду такая вся дочь габан. Нет. Заново или дальше? Дальше. Да ты батенька динозавр. За верху сердечку минус 2 балла. Настоящий ведущий. Ты такой красивый. Все, можно уже говорить? Плюс 5 баллов. Ты подлизываешься нормально. Давай. А я новая ночь паратворяю у світанок, але знову одна. Я заблыталася. Да, давай, кто? Он быстро! Он вспомнил название просто. Да, Светлана Лобода! Да. А, стой, а давай, одна стоит. Да! Я пойду. Давай, идем. Давай, пацаны. Давайте немножко, ребята. Итак, внимательно слушаем. Поехали. Да, сядь. Рябина супару кради, от руки свет наверня. Небо по рулю, у кожным на кидзе, у кожным царевнику. Это на армянском, нет? Основник протягав на цер. Дальше. У своим вучне усё моё жице, а я иду на дно усё моё жице. Я шукаю. Петлички, давай, петлички. Лолита. Петлички, блин, давай, говори. Ага, он просто вспомнил, что он петличка. Говорю же, не нормально. Каб любить одну Яны, сказали нас поздно ротовать и поздно лочить. Есть, большой микрофон. Да. Баста Сансара. Да, Баста Сансара. Многие знают, что это оригинал песни Басты, которые потом перевели на русский. Александр Лукашенко. Просто задом наперед. Да. Итак, вы молодцы, вам еще раз аплодисменты. Да. Друг, я знаю, что тебе нужно что-то мощное и красивое. Идея, свет, звук, сцена, агентство, большая перемена. Ребят, нужно узнать, какой счет. Денис, озвучь. Текущий счет КВН 18, стендап 12. Отлично, есть, неплохо. Следующий конкурс называется «Что за покемон?». Нужно будет человеку, стоя здесь, не видя, что за стикер за ним, наводящими вопросами узнать, кто он такой. Это в любом случае человек, не животное, не предмет. Можно будет команде своей отвечать только «да» или «нет». На это все про все дается всего лишь одна минута. Если все понятно, от вашей команды нужен один человек. Быстро, кто? Все, есть. Отлично. Итак, прошу показать нам стикер. Стикер есть. Время, Денис, готов?
И поехали. Это мужик? Да. Это политик? Нет. Это певец? Да. Он умер? Нет. Он русский? Да. Так, Леонтьев? Нет. Он старый или новый? Новый. Егор Крид? Нет. Тимати? Правильно? Да, вот в этом. Тимати? Нет. Скруджи? Нет. Из Блэкстара? И Баста? Нет. Баста? Скриптонит? Нет. Скриптонит? Чувак, который Медуза поет? Нет. Так, кто же? Кристина Си? Нет. Так, подожди, кто? Из Блэкстара, да? Нет, ну там он. Нет. Лепс. Не показывай. Кто? А ну молчи. Я не знаю никого. Нет, смотри. Я хочу дать плюс 5 баллов, да, но потому что ты подсказал, я дам 2 балла только. 3, давай 3. Не. За то, что торгуешься, дам 1. Все, садись. Но я подсказал, он же сказал мне. О, за то, что поощряешь, плюс 1 балл. Ты считай там, Дениска, считай. А кто от вас? Кто от вас? Погнали, это Вова. Подожди. Прошу вас, стикер. Итак, стикер есть. Денис, погнали, время. Я мужчина? Да. Я артист? Да. Я русский артист? Нет. Кино? Да. Я живой? Нет. Уже все? Да. Советский? Нет. Российский? Нет. Мужчина-актер? Да. Из фильмов? Да. Фильмы на русском? Нет. Из фильмов. Я что, иностранный артист? Да. Американский? Английский? Нет. Я снимался в комедиях? Нет. В драмах? Нет. В ужасах? Нет. Документальное кино? Нет. Мюзиклы? Да нет! Да что кино? Ну какое еще было кино? Документальное! Нет! Какое? Все, ну я... Артхаус! Да нет! Что такое-то? Это... Правильно! Да? Это рок-н-ролл? Нет! Итак, я мужчина, артист. Так, нормально? Джеки Чан. Нет! Так. Ну, итак, стоп, время, стоп, ничего не задаешь вопросы, я тебе дам подсказку. Я Брюс Ли. Да. Как? Ну время закончилось. Ну время закончилось. Что он дает ему подсказку? Как так? Все верно, это плюс 4 балла за то, что после времени сказал, но ты молодец. Это просто не выдержал. Аплодисменты. Ты мудр, ты прав. Или так слишком тихо. Еще раз один так. Почему ты не добавишь ведущий? Я сразу понял, что это Брюс Ли. Я увидел. Почему он не добавил мне пару баллов за подхалимство? Итак, Денис готов? Стикер, прошу вас. Так, стоп, стикер на стене уже есть. И время пошло. Я женщина? Нет. А я мужчина? Да. Да, я актер? Да. Я актер, когда играется в кино, в американский? Нет. В русский? Да. В русский? Я Хабенский? Нет. Новый? Нет. Козловский? Хабенский, да? Вот что-то... Да. В фильмах про войну он снимался в каких-то? Да, нет. Первое имя его Александр? Сергей? Да. Однозначно, досрочно, 10 баллов, красавец. Красавец. Итак. Если бы у меня был актер, я бы сказал Вильдан Милушев. Правильно. Он заслуженный. Плюс 2 балла. Итак, Вова, готов, сейчас смотри, стикер у нас уже здесь. И поехали. Я женщина? Нет. Я мужчина? Да. Я живой мужчина? Да. Че так задумался? Я живой мужчина? Да. Да. Что такое? Да. Я артист? Я актер? Нет. Артист, я пою? Нет. Я играю в театре? Нет. Я кто? Скажи. Так, я кто? Я телеведущий? Нет. Я мужчина, русский мужчина, мертвый. Я просто мужчина, но мертвый. Нет, ты живой. Живой? Я живой мужчина, который играет? Нет. Артист, музыкант? Нет. Политик? Нет. Так, ты кто живой мужчина? Живой мужчина, русский? Да нет. Американец? Да. Я полностью. Живой только русский. Я живой американец, который. Бля, потерику показывает. Да. Потерику показывает. Я что веду? Шоу. Нет. Стендап. Да. Я американский стендапер. Да. Ну. Я Льюис Кей. Да. Есть. Давайте. Давайте будем честными. Льюис Кей это сложнее, чем Безруков, да? Да. Что-то не сложнее. Льюис Кей это почти Брюс Ли. Ребят, которые говорили.
Никто не говорил. Товарищи никто Люси, не говорил. Товарищи, да, да, да. Смотрите, Люси Кей почти Брюс Ли Кей. Поэтому... Там есть взаимосвязь, да? Там есть. Я считаю... 10 баллов вам! 10 баллов! Да. Денис, считай на калькуляторе. Там слишком много цифр. Итак, по итогам всех конкурсов, какой у нас сейчас счет? КВН 30, стендап 27. О, близко. Итак, следующий конкурс называется, внимательно слушаем, называется он «Это чье?». Нужно будет услышать среди этих междометий и эконий голос человека, тембр, и сказать, подняв руку, назвав название команды, громко угадать эту личность. Итак, если вы готовы, тогда первый человек у нас. Поехали. Да. Это чьи-то мысли в микрофон? На Безрукова похож, не Безруков? Нет, не Безруков. Дальше давай. Да. Это мой пьяный МДЖ. Да. Большой микрофон. Да. Это моя бывшая. Похоже. За юмор плюс два еще раз. Я... просто это сочувствующие два балла, я ее знал. Птички. Да. Это не Киркоров случайно? Киркоров плюс 5 баллов. Да! Сам это Никита узнал. Ребята, вы знаете, что бывшая Барсега Киркоров. За юмор плюс 2 балла, пожалуйста. Плюс 2 стендаперам. Никита узнал давно. Но сидел и думал, я не буду палиться. Не скажу никому, что я знаю Киркорова. У меня желание получить 5 баллов, а его не было. Наконец-то я дождался. Итак, ребят, второй голос слушаем. Большой микрофон. Да. Левин, Борис Романович. Борис Романович Левин. Плюс 5 баллов, вы молодцы. Ну и за то, что еще мы КВНчики. Итак, Денис, какой у нас счет? Продолжаем набирать обороты. 37 КВН, 32 стендап. Итак, ребят, следующий конкурс называется «Дай списать». Схема очень простая. Каждый из нас в школе уже так делал. Одновременно слушал ухом учителя и что-то списывал, перерисовывал, разрисовывал. То же самое нужно будет выполнить и сейчас. Один человек от вашей команды кто? Бан. Давай, идем. Смотри, даю тебе маркер. Держи, ты будешь рисовать. Рисовать собственно, то, что я тебе... Я это делал все время. Вместо уроков, вообще, да. Но осложняется это все. У тебя есть ровно минута, чтобы нарисовать что-то. А также ты в это время будешь отвечать на школьные вопросы. Вопросы, в принципе, должны быть несложные. Надеюсь, Барсек с этим сможет справиться. Даже если они будут несложные, мне хана. Что рисовать? Ты будешь рисовать... Маслякова. Да. Поехали. Отрезок, соединяющий центр окружности с любой точкой. Пропускаю сразу. Самая сильная мышца человеческого тела. Широчайшая спины. Язык. Неверно. Кто изобрел периодическую таблицу элементов? Менделеев. Верно. Чему равно отношение пути к времени? Скорость. Верно. Где находится самая большая статуя Иисусу Христу? В Рио-де-Жанейро. Верно. Самая длинная река на Земле? Амазонка. Нил. Сколько зубов у человека? 32. Верно. Чему равно число пи? Не знаю, пропуск. 3,14. Из каких чисел состоит двоичная система исчисления? Понять не имею дальше. 0 и 1. Кто написал «Мастера и Маргариту»? Булгаков. Верно. Сколько заповедей в Библии? 10. Верно. Как называется прямая, ограниченная точками? Прямая, бесконечная. Отрезок. Кто придумал алфавит? Алфавит Кирилл и Мефодий. Русский? Верно, да. Между какими странами был подписан... Ладно, не успел. Это Масляков, когда говорит «I'll be back». Это Масляков. Аплодисменты за рисунок. Отлично, да. Очень странно, что Барсек знает, как и умеет рисовать обнаженное мужское тело. Это странно. Итак, от вас кто будет рисовать? Никита. Давай, Никита. Пожалуйста, тебе маркер. Правила все. Я скажу, что у меня в школе на два вопроса, да? На два вопроса нет. Плюс 1 балл. Договорились. Это будет единственный балл, который я заработал в этом конкурсе. Напомню, ребята, за каждый правильный ответ плюс 5 баллов, за неправильный или за пропуск хода минус 3 балла. Итак, тебе подольше подумать, чем отказаться. Нарисуй, пожалуйста, мне солнышко. Данилу Поперечного. Погнали. Между какими странами был подписан пакт Риббентропа и Молотова? СССР и Германия. Верно. Сколько музыкантов в квинтете? 5. Верно. Вращающаяся модель земного шара? Глобус. Верно. Сколько полей квадратиков на шахматной доске? 30...
64. Верно. Сколько холодных цветов в радуге? Не знаю. 3. Я не умею рисовать, я вам скажу вообще. Сколько сантиметров составляет 1/1000 километра? 1. 100. Сколько глаз у обыкновенной мухи? 2. 5. Хорошо. Газообразная оболочка, окружающая Землю. Атмосфера. Верно. Сколько суток курица высиживает цыплят? 28. 21. Сколько, ну, продолжается, сколько продолжался полет Гагарина? 108 минут. Верно. Сколько у человека основных органов чувств? Перечисли. Сколько органов чувств? Давай. Обоняние, осязание, слух, зрение и пятый еще какой-то есть. Ну ладно, пять хотя бы знает, и то хорошо. Аплодисменты, да. Товарищ ведущий, а еще он сказал, что он плохо рисует, но очень похоже, и поэтому... Вот. Я просто знаю, за вранье. Что он нелицеприятный. А, нелицеприятный, я понял, да. Окей. Но будем честными, он нарисовал Волан-де-Морта. Да? Давайте вот перед тем, как у нас будет подсчет баллов, я все-таки дам, ну, очень красиво, очень странно. Это ты, очень... я тебя рисовал. Ой, это очень пугает. Это очень пугает. А, тебе за эти движухи 10 баллов, а здесь 5 баллов за рисунок. Ты серьезно, это 5 баллов вот по сравнению с этим? Нормально, нормально. Чё, а 10 плюс 1. Ладно, да! Итак, по итогам, Денис, какой у нас счет? У нас намечается борьба, и 65 КВН, и 61 стендап. Итак, ребят, продолжаем. Следующий конкурс называется «Слышь ты». «Слышь ты». Итак, смотри, музыка будет из одной песни, то есть инструментал, а вокал будет совсем из другой песни. Мы их слепили вместе, мы. Нет, как в караоке в пятницу. Да, я их слепил вместе, а вы должны будете угадать, кто есть кто. Замечательная идея. Правила все те же. Нужно поднять руку и громко крикнуть название своей команды. Все понятно? Да. Итак, если все готовы, то первое, Денис, запускай. Петличка. Да. Это Адель Rolling in the Deep. Ну, да, отлично, плюс 5 баллов, но там еще есть музыкальный фон. Давай слушать. Очень тихо. Очень тихо. Большие микрофоны. Да. Попытка номер 5, а я... Виагра, Виагра, да, плюс 5 баллов. Итак, вторая песня, Денис, погнали. Петлички. Да, это Иван Дорн. Да, 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 плюс 5 баллов, да, но там еще есть вокал. Большие микрофоны. Да. Ну, мы же... Ириана. Umbrella! Это... Да! Да! Денис готов. И поехали. Большие петлички! Сказали петлички первые. Давай, давай. Нет, мама Люба, давай, давай. Серебро? Да, это серебро, да. Что-то есть варианты? Нет вариантов. Говорите. Нет? Я тоже пока услышал. Давай. Большие микрофоны. Да. Это Хьюстон? Нет. Но на английском, верно. Большие микрофоны. Да, Мадонна. Нет! Почти! Смотрите! Да! Это Cranberries! Да! Зомби! Зомби! Я начинаю говорить большие, они кричат петлички. Нет, ну это ты же выбрал название. Я сам выбрал название, кто судья. Плюс 5 баллов, да-да-да. Смотрите, мне кажется, что когда команда отвечает неправильно, да, это же может быть как-то, ну, наказываться, а то они накидывают просто варианты. Ты будешь меня учить минус 5 баллов. Это неправильно минус 5 баллов. Денис, готов? Поехали. Не да. Это Hotel California. Да, 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 да. Это все. Раз, два, три. Да! Плюс 5. Итак, ребят, нужно узнать счет. Денис, счет у нас какой? КВН 85, стендап 71. Неплохо. Ребят, следующий конкурс называется «Грока что?». Стандартный классический крокодил. По одному человеку выходит, у него есть минута, чтобы показать те слова, которые я ему даю. Итак, кто первый? Давай, от вас. Давай. Барс, давай. Давай. Итак, готовы? А если мы можем отгадать, знаем это слово, мы не можем? Нет, вы молчите абсолютно. У тебя есть ровно минута, чтобы показать слова. Итак, минута началась. Пафосный. Пафос. Пафос. Гордый. Высокомерный. Великий. 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 Большой. Знаменитый. Великий. Знаменитый. 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 Певец какой-то, да? Великий. Филипп Киркоров? Нет. Знаменитый. Великий. Певец. Это певец. Великий. Знаменитый. Знаменитый.
великий, великий, что? Великий актер, великий поэт, великий Новгород. Великий, великий. Я-то Гитлер. Великий-то Гитлер. Что? Ты свастику показал. Что? Великий. Завоеватель какой-то, победитель, великий. Великий алкоголь. Чемпион. Великий Гэтсби. Великий Гэтсби. Великий. Маленький великий. Вы играли хоть раз? Нет. Это было слово величество, величество. Показал только руку. Я показывал. Итак, ребят, напоминаю, за правильный ответ плюс 5 баллов, за неправильный или за пропущенный, то есть можно сказать пас, минус 3 балла. О, прикольно, я тебе сказал. Давай, как тот вас, тот вас, тот вас, тот вас. Да, 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 давай еще. Итак, готовы? И время началось. Мушкетер! Мушкетер, дальше. Дверь! Замочная скважина! Замочная скважина! Это не... Щель! Щель! Щель, да! Эхо! 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 Эй, ты! Шепчет! Шепчет! Девочка, как вам повезет? Сплетни! Сплетни! Да! Сплетни дальше, да! Плакса! Зануда! Что? Зареванная! Плакак! Свинка! Свинья! Урод! Нет! Зареванная свинья! Свинка! Ты свинка! Клоун! Клоун! Ты! Свинка! Грим! Грим! Маска! Ты свинка! Хэллоуин! Маска! Какие вы тупые! Свинка, блин! Борода! Лицо! Ты, это лицо! Грим, гримаса, гримаса, рожа, рожа! Лицо! Лицо! Харя, харя! Свинка! Рожа, рожа, харя, свинка! Все! Харя, рожа! Анатолий! Это рыло! Рожа, рожа! Ты сказал, я рыло! Мы так хорошо шли, слушай. Не, ну ты слышал, что Мустафа кричал кадра свинка, 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 свинка. Почему? Это запрещенное что-то. Да? Я отдельно дам еще 5 баллов Сереге за артистичность. Хорош, это супер, спасибо, Серега, да. Мне кажется, что Ильдан готов денег. Да. Итак, и все готовы, минута началась. Пьешь, 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 жажда, вода, вода, лимонад, таблетки, таблетки, капсулы, капсула, таблетка, капсула, антибиотики. Антибиотики, протеин, 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 протеин. Таблетка, таблетка. Давай пропускай нахрен, давай. Витамин. Да. Пояс. 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 Юбка. Фартук, фартук, фартук. Есть. Бегун, обрыв, обрыв. Отлично. Пепси. Крышка, крышка. Отлично. Ты диктор, политик, политик, вожатый, пионер вожатый, лагерь, много людей, детей, детей, садик, детский сад, воспитатель. Преподаватель. Ты что-то делаешь, да, им? Тренер, ты по плаванию? Посадил, сожег. Армия, армия, ты командир, командир, начальник, сержант, сержант. Генерал. Главный. Давай дальше. Итак, пас. Они это не угадают. Автопогрузчик, автопогрузчик. Я показывал организации. Организация и не получилось. Вот ты сказал там где-то сообщество, что-то такое. А я думал сова. Серега, у меня к тебе вопрос. Что такое сожог? Сожог, что такое? Ты кричал, сожог, сожог. Какой сожог? Это что-то из подсознания вынесло. Ладно, итак, КВНчики, молодцы, аплодисменты, КВН. Хорош, хорош, хорош. Серега. Серега, просто да. Мы первый взяли в команду КВН. Давай. Ну, давай. Давай. Итак, думай. Ребята, все готовы? Да. Становись сюда, это чтобы мы все тебя видели. И время пошло. Мороженое. Отлично. Я думал, гей. Смех. Отлично. Пропускаем. Бедствие. Рот. Артикуляция. Путин. Ну, да, речь. Секс. Диктор. Что ты шептун, что ли? Что ты еще там говоришь? Куда ты? В руку, что это? Скороговорка. А, ого. Бинокль? Да. Военкомат. Печать. Граница, граница, паспортный контроль. Таможня? Таможенник. Пограничник. Так, связано с границей? Виза. Отлично, виза. Виза. Пропускать, мне бы еще пару вопросов. Одеяло. Отлично. Величество. Ловушка. Фокусник?
Зажим, зажим, зажим. Отлично, успел! Да, аплодисменты Никите, да, да, круто. Если мы сравним автопогрузчик и мороженое. Вернемся к тому, сколько Гагарин был в космосе. 108! 108! Отлично! Это все знают. Один раз, ребята, один раз правильный ответ. Итак, тихо, слушаем все. Сидали готов и начинаем. Брелок. Отлично. Муца. Да. Семечки. Семечка. Семечки. Орешки. Это что такое? Это то, что здесь кушают, да? Чипсы. Снеки, чипсы, орешки. Сухарики. Орешки, орешки. Орешек. Орешек. Орехи. Фисташка. Фисташки? Арахис. Да. Удар, боль. Обезболивающее. Обезболивающее. Что у тебя там? Печень, печень. Да, печень. Не, пропускай. Степь. Вход. Кабинет. Сцена. Холл. Коридор, холл, что? Спальня. Квартира, спальня. Гостиная, комната, комната, спальня. Комната. Отлично! Доска. Уравнение. Математика. Уравнение, пример, формула. Давай уже не дальше, потому что время закончилось, чтобы я тебе не минусовал баллы, хорошо? А что решение. Решение. Решение, последний балл. Аплодисменты съедали. Решение. Это, ну... Не, я верил это, а не... Это неосознанно было, подожди. Не ябедничай, минус балл. Минус балл КВНчика. А что на минус 5 было? Минус балл. Да, за то, что ты скулишь еще раз, минус балл. Потому что Барс хорош. Денис готов? Уравнял шаг. Я за честную игру просто, да, ребят? Да. Итак, Вова готов, и поехали. Суп, тарелка. Стол. Банкет, я не знаю, свадьба, что это? Еда. И по-другому я понимаю, еда, что это еще может быть? Фуршет. Питье. Банкет. Еда и питье, все вместе, трапеза. Так прошел час. Продукты. Давай дальше, что там? Питание. Анаболь, витамин? Да, я не знаю почему. Зубы, клыки? Что? Клык, да, 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 верно. Советник. Рекламу какую-то показываешь или что? Это духовка? Чебуреки? Самса? Татарские ответы. Пирог. Пирожное. Ватрушки. Пирог? Итак, давай, давай, бисквит бы не угадали. Мне кажется, очень сложно действительно было. Аплодисменты Вове. Да. Итак, Барсек, прошу тебя подойти. Итак, на счет 3 начнется твоя минута. Раз, два, три. Поехали. Галстук, галстук, шея, шея. Шея, шея, шея. Иврит. Спотыкнулся. Кочка. Сонный, сонный, невыспанный, удар. Рассеянный. Рассеянный. Невнимательный. Невнимательный, невнимательный. Невнимательный водитель. Невезение он показывал. Злой, агрессия, агрессия. Бешеный. Бешеный. Это, вандализм, вандализм. Да, вандализм. Это тебе хорош. Кувшин, это кувшин, это ваза. Ваза, 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 ваза. Открывашка, открывашка, это консервы, шпроты. Шпроты. Молодец. Камень, кинул камень. Молодец! Зомби! Это зомби! Нет, это зомби! Лунатик! 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 Защита! Да! Друг, я знаю, что тебе нужно что-то мощное и красивое. Идея, свет, звук, сцена, агентство – большая перемена. Да, ребята, и так, по итогам всех конкурсов, только прошедших, впереди еще есть кое-что. Какой счет у нас? КВН 140, стендап 115. Неплохо, аплодисменты. 140-115, это очень вплотной. Следующий конкурс называется «Блиц Шприц». Будет такой же быстрый и мгновенный. То есть я даю 5 секунд на то, чтобы дать мне 3 чего-то. 3 названия книги, 3 личности или что-нибудь еще. Перечислить их быстро за 5 секунд. Если вы готовы, то начнем с Сереги. За 5 секунд нужно назвать мне 3 сказки Пушкина. 5. Я не знаю, 2. Я не могу понять. 1.
Чего? Чего? Что это вообще такое было? Окей, все, спасибо, секунду. Зви мне три созвездия. Так, Дева, Скорпион и Стрелец. Да, 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 аплодисменты. 5 баллов. Я уверен, что Барсек думал, что про гороскоп сейчас спрашивает. Да, да. И добавил бы еще, у них в среду хороший день. Я желаю им много денег. Итак, Мустафа. Да. Три улицы Симферополя. На букву... Не, ну... К. На букву 5, 4, Кирова, 3, Кролетарская и Кушкина! За креативность, ладно, 3 балла я тебе дам. Хорошо, окей. Кушкина было, что я взял. Можно не про улицу Симферополя? Хорошо, договорились. Для тебя тогда вот что. Назови мне 3 за 5 секунд. 3, молчим. 3 картины Ван Гога. 5. 4. Такая страшная. 3. Без уха, 2, с двумя ушами. 1. Очень близко. Есть автопортрет. Смотри, есть автопортрет. Автопортрет без бороды. Автопортрет с замотанным ухом. В принципе, близко. Ну, 2 балла эти. Ну почему 3? Давай 3, как за. У меня просто было очень смешно. Очень смешно. А у него нормально. Я могу. Ну назови. Подсолнухи у речки есть такая тема, и с безуха. А ты зазнайка, минус 3 балла, не надо нам это говорить. Давай еще раз. Я соврал, нету у реки. Все равно не отминусуют. Товарищ ведущий, можно пользуясь эфирным временем передать привет? Кому, Арсену? Нет, тебе. Вильдан, привет. Все равно вырежу. Закатки в студию. Или это другая песня? Ладно, а автомобиль Приора припаркован. Узбекский национальный костюм. Итак, ребят, напоминаю, что мы продолжаем. Сидори, за 5 секунд назови мне 3 супергероя вселенной DC. Квин, Харли Квин. Я больше не говорю. Супермен. Да, ну ладно, Супермен, Харли Квин, я тебе 4 балла даю. Ладно, хорошо. Харли Квин, пускай. Я путаюсь с ним. Бэтмен, Супермен, Флэш. Если честно, я себе записал трейк. Я просто знаю Супермен, Бэтмен, Чудо-женщина. Флэш, да, там? А Харли Квинн там вообще есть? Да, да, да. Точно? Его полное название Флэш-накопитель. Она... Нет, она... Есть несколько вселенных в DC, и это очень долго. Не надо зазнаваться, опять же, сюда! Я очень тупой. Вова, итак, за 5 секунд 3 известных личности с именем Николай. Николай Васильевич Гоголь, Николай Второй, и один. Николай Валуев. Отлично! Есть! 5 баллов! Николай Соболев, да. Итак, рано, подожди, 3 сказки, это потом с мамой поговоришь на эту тему. Скажи, пожалуйста, счет, Денис. Итак, стендап 126. Понял, да. КВН 145! Садись на место, подожди. Вы идете дальше, сражаетесь за супер главный приз нашей программы, а вы идемте сюда на сцену. Аплодисменты вам, аплодисменты. Идемте сюда, награждаем вас, награждаем. И аплодисменты. Ребят, вам откуда-то нужно черпать свое вдохновение для стендапа. Вот вам кличкоизмы. Лучшие фразы Кличко. Аплодисменты ребятам. До свидания большое вам. Да, садитесь. Всем спасибо, ребят. Не каждый может сидеть. Сидеть может лишь тот, кто сидел. Он уже заразился. Это через книгу передается. Итак, ребят, всем вам большое спасибо. Сегодня победила сторона одна. Вы идете дальше, сражаетесь. Вам спасибо, дорогой телезритель. Тебе тоже спасибо. Встретимся ровно через неделю. Это была программа Well Done. До встречи. Пока.